Сегодня утром Альфредо опубликовал видео из дома Анатолия Сульянова, где Толя очень сильно пьяный. Посмотрите. Что вот этот парень, которому 26 лет, делает вещи, которые перекрывают нас хардкорным осмотром. Так вот, Анатолий Сульянов ответил Альфредо на это видео. Послушайте. Всем доброго, друзья. За 4 года, что вы знаете меня как спортивного промоутера, спортивного функционера, мы немало ругались, мы немало шумели, но всегда это было частью жанра повествования, частью, если угодно, театра, за который, возможно, нас так и полюбил наш зритель. Но сегодняшний поступок Мухаммеда Насаева, известного вам как Альфредо Аудиторе, перешел все рамки и все грани дозволенного. Опубликованный им видеофрагмент... Что вот этот парень, который представляет меня, в первую очередь в непривычном для вас свете, хотя многие в комментариях пишут, что Анатолий, не обращай внимания, стой на личную жизнь, которую ты всегда оставлял лишь своей личной жизнью. И да, я никогда в публичном пространстве не позволял себе появляться... Не то, что в состоянии алкогольного опьянения. Основными материями, которые в это самое публичное пространство я всегда выносил, были благотворительность, добрые дела, развитие спорта и тот пример, который я и хотел являть поколению. Но Альфредо Аудиторе решил пойти по иному пути. Я имел неосторожность 1.5 года назад пригласить его вот в этот самый дом, в котором моя супруга накрывала нам на стол, в котором он ел, сидя со мной, с моими друзьями, с родными, с близкими мне людьми, так же, как и мы, веселился, и в котором он крысу позволил себе, достав телефон, все это запечатлеть. Подобное поведение, оно не то, что недопустимо. Это табу, что в православии, что в исламе. Если тебя пригласили в дом как гостя, наверное, то, что сделал Альфредо, переходит все рамки мыслимого и немыслимого. Вызовет ли это какое-то осуждение со стороны его старших? Наверное, его старшим видней. Вызовет ли этот поступок какое-то осуждение со стороны нашего спортивного сообщества? Я думаю, что да. Со своей стороны хочу сказать, Мухаммед, понимаешь ли ты, что после... того, что ты себе позволил, тебя не пустят на порог ни одного дома. Ты посрамил честь свою, своей семьи, совершенный тобой поступок. Это позор и позор всей жизни. Переступая порог дома своих друзей и своих товарищей, иметь подобные помыслы, это, наверное, нижайшее, что может жить в душе человека. Но, видимо, подобные эпитеты, как честь и как достоинство, они тебе неизвестны. Мухаммед Насаев, ты безнравственное и бесчестное животное. И да простит меня наш зритель за подобные слова. А за все тобой совершенное с тебя будет спрос. Удачи! Трехкратный чемпион Дагестана по кикбоксингу и боец Fight Nights Магомед Нуров избил девушку в Таиланде. К сожалению, YouTube не пропускает это видео по понятным причинам. Я его закинул к себе в телеграм-канал. Там и видео с избиением, и угрозы Нурова после того, как девушка написала заявление, и пояснение самой девушки, из-за чего все началось. Ссылка на телегу в описании под этим видео. Только не путайте, не в закрепленном комментарии, а именно в описании под этим видео.